Теперь проходим в спальню. Спальня у нас вытянутая, но она не узкая, достаточно широкая. В спальне у нас находится присоединен балкон, то есть лоджия. Я всегда путаю балкон и лоджию, так как у нас на прежней квартире был только балкон. Сейчас у нас балкон и лоджия. Из спальни можно выйти на лоджию. Лоджия у нас утеплена. Там зимой находятся у меня цветы. И кто не видел балкон и лоджию, обязательно посмотрите. Или я в последующих видео обязательно покажу. Но у меня есть цветы на моем балконе. Теперь проходим дальше. Вдоль стены при входе у нас расположен шкаф, плательный шкаф, который мы покупали здесь уже в Саратове. В серединочке у нас идет зеркало. Зеркало не клееное, зеркало именно крепится на таких металлических защипах. Это очень удобно, чтобы зеркало, ну, у нас на прежней квартире просто зеркало, когда было приклеено, оно через какое-то там время отклеилось и упало. Разбилось на крупные осколки, и поэтому мы уехали в Саратов, в свой родной город. Если бы не развилось, скорее всего, так бы все и продолжалось. Здесь у нас две половинки. Наполнение я обязательно покажу вам в следующих видео. Но выбирали мы здесь с Александром, с мужем, для того, чтобы не иметь два шкафа для мужа и жены, а иметь шкаф один, в котором половиночка для мужа и половиночка, естественно, для меня, для жены. Снизу у нас три шкафчика. Вот эти вот. Верх мужа, низ мой. И здесь у нас салфетки. Далее у нас идет тумбочка. Тумбочку будем менять обязательно. Она у нас пластиковая, ажурная. И она у нас пойдет на балкон. Но пока стоит здесь, опять же, ищу тумбочки, не могу выбрать. И почему не могу выбрать? Потому что кровать мы также будем менять. Кровать мы привезли прежнюю. Она у нас большая, широкая и замечательная. Но будем менять кровать по цвету светлому. Шкаф, тумбы и комод у нас все будет светлое. Потому что у нас прежние были и шкаф темный, и тумбочки темные. Здесь немножко все меняем. Но как обычно. На стене у нас расположены фотографии юности. Моя, да, я была немножко, ну, не брюнетка, я была русый блондин называется вообще это. Ну, можно фотографии немножко затемнено. Муж у меня служил, сейчас он у меня на пенсии, военнослужащий, защищал нашу родину. И бывших офицеров не бывает. Поэтому в душе он у меня защитник. Не зря его мама назвала Александр. Александр – это защитник. Затем пара лошадей, которые скачут рядом, но это мы. Я покупала специально холст и выкладывала. Это у нас алмазная вышивка по снегу. Снег – это чистота. Далее у нас моя прикроватная тумбочка, но пока мы еще не купили тумбочку. Вот стол икеевский, темного цвета. Внизу, видите, у нас полочка такая, она кованая. Вообще, по поводу этого стола хочу сказать, замечательный столик. У него здесь стекло, и стекло можно приподнять, помыть, опять поставить. И вот мы при приезде его сложили прям вот в такую вот коробочку. Все складывается замечательно. Затем настольная лампа такая вот. Ташир. Я не знаю, как правильно назвать. Вы меня обязательно поправите. Это подарок моих любимых близких девочек. Это Мамуля и Надежда. Я насмотрела эту лампу. Она мне очень понравилась. И как-то я просто рассказала, что неплохо бы мне приобрести по тематике моей спальни, которую я задумала, которая будет. Вот она мне понравилась. Сначала скинула ей фотографию мужу. Муж сказал: о, это твое, пусть будет. Хотела сразу купить две, но была только одна. По одну сторону и по другую сторону.
на тумбочках предполагалось стоять. Но лампа была одна. Но я надеюсь, что-нибудь еще найдем. Или похожее очень, или точно такое же. Фотография любимого мужа. Обычно здесь стоит еще и фотография сына, но сын против показываться на Ютубе. Говорит, что только с моего желания. Конечно же, только с твоего желания. Сына мне также зовут Александр и муж Александр. Так, ну снизу, внизу у меня на полочке стоит светлая такая корзинка. В ней пока новогодний мишка. Потом все это уберется. Ваза прозрачная. В вазе я разместила сейчас в празднике иллюминацию. Кому нравится, кому нет. У меня пока на Новый год так будет стоять. Ну, не на Новый год, а на праздники зимние. Затем шторы. Шторы покупала также в интернет-магазине. Очень мне понравились. Но, честно сказать, жутко дорогие. Не знаю, почему, наверное, фирма. Изготовитель. Но такой цвет у них приятный. Понравились, захотела. Муж сказал, ну, бери, если уж тебе понравилось, бери. Вот на мужа можно надавить так, и он купит. Будь здорова. Затем у нас, не показала я, там, где у нас Саманта. Люблю текстиль, меняю часто. Это у нас покрывало. Зайка моя. Это у нас покрывало. Покрывало я покупала, и практически все покрывала заказываю в интернет-магазине «Любимый Василек». Качество отменное. Пробовала заказывать других и даже на обзорах не показывала, потому что ну, после стирки оно покрывало растягивалось, тянулось и даже не хотела это все показывать. А вот в «Любимом Васильке» замечательно, мне нравится. Сейчас очень похоже по цвету со шторами. Затем шторы буду менять. У меня несколько видов штор. Буду менять и покрывало у меня будет серое. Есть у меня такого, знаете, очень приятного бежевого цвета. Все меняется под стиль. Ну, вот такая я. Затем у нас здесь стоит комод. Комод приобретали мы здесь, в Саратове. Он из одной тематики со шкафом плательным для одежды. И хотели мы вот приобрести точно такую же кровать. Сразу не купили, я замешкалась, потом приехали и нет кровати. Можно было купить полностью комплектом кровать, шкаф, две тумбы и комод. А можно было все купить по отдельности. Вот мы купили отдельно шкаф, отдельно комод. Потом я уже дома, так, через два дня надумала купить все же кровать. Александр мне, муж, говорит, давай и тумбы возьмем. Но мы поехали, уже нет. Разобрали все быстро. Комод очень удобный, светленький, прям замечательный. Кровать была бы кстати. У комода два коротких ящичка, отдельно друг от друга. И раз, два, три, четыре, четыре длинных выдвижных ящика. Наполнение обязательно покажу вам. Ну, здесь у меня как бы ничего такого нет. Здесь у меня, сразу скажу, косметика. Все такое. Здесь у меня стоит очень по мне, по моему вкусу, красивое зеркало. Зеркало делала я сама. Переделка, фикс прайс. У нас есть мастер-класс. Если я найду, ссылку обязательно вам скину на это зеркало. Делается оно просто, девочки. Если у кого кто-то думает, я не смогу, у меня не получится, получится. Все получится, главное хотеть. Я хотела. В магазине Фикспресс продавались вот такие вот маленькие зеркала. И мы сделали. Я хотела именно на... Вот у меня был камин на прежней квартире, у нас в прихожей был на камине, стояло это зеркало. Сейчас камин мы в... гостиную, а здесь у нас комод. На комоде стоит зеркало, прям по размеру все как надо. Здесь у меня цветы. Люблю цветы, искусственные, и никаких предрассудков не испытываю. Мне кажется, это ну, более-более пожилой
более пожилые девушки и мальчики, у них это вот с чем-то связано. Девочки, убираем все предрассудки, и мальчики. Цветы — это красиво. Зимой мы не можем покупать часто живые цветы, поэтому ставим хорошего качества, просто искусственные. Относимся проще. На Западе даже не замечают этого. Затем здесь у меня шкатулка. В шкатулке у меня какие-то золотые украшения. Здесь со мной всегда иконка. Это моя иконка, люблю ее. Дарил мне ее муж. Из новой коллекции у меня здесь шкатулка. Ждет мастер-класса, который мы с вами сделаем. Зимний Прованс. Обязательно будет переделка, не могу останавливаться на том, на чем купила. Затем у нас здесь опять же какие-то украшения. Тюль обычная, уже ждет тюль на замену. Есть у нас тюль, уже купили, надо будет ее немножко прострочить, снизу сделать по высоте меньше. И все, и будет другая тюль. На стене у нас что? На стене у нас телевизор. Против муж был телевизора в спальне. Многие зрители его поддержали. Девочки, как же вы так? Поддержали. Я считаю, что когда выходной, вы проснулись и не тянуться за телефоном, не идти к ноутбуку, а включили, смотрим новости. У меня здесь телевизор для новостей. Смотрю только новости по выходным дням. Вот эту противную люстру я хочу поменять. Я уже знаю, какую я хочу, но когда прихожу в магазин, я ее не нахожу, люстру своей мечты. Так что она у меня еще в планах, все будет нормально, найду. Теперь мы разворачиваемся, и у нас уже дверь, мы выходим из спальни. Дверь – это выход из спальни. Так как у нас животные, и животные любят ходить по всей квартире. Кстати, меня спрашивали, как к нашей новой квартире привыкли наши девочки-ёрочки. Они сюда зашли, как будто к себе домой. Энергетика здесь была хорошая, вещи были, естественно, наши привезены. Ох, если бы вы видели, как мы с Александром переезжали, и как мы поднимали эти вещи, и что случилось, я, по-моему, уже рассказывала, но кто не помнит, расскажу просто во влоге. Это был тяжелый переезд. И так как у нас дверь должна быть постоянно открыта, так как животные ходят, перемещаются, у нас здесь подставочкой, чтобы не закрывалась дверь, подаренный мужем статуэтка собачки-ёрочки. И теперь мы с вами проходим, ну это уже, наверное, в следующем видео, выходим, проходим по коридору, заглядываем мимоходом в спальню сына и направляемся в ванную и туалет. Все просто, но чисто и аккуратно. С вами была Светлана.